Всем привет! Вы смотрите видео на канале Comfy.ua. Меня зовут Саша. Сейчас я нахожусь на выставке IFA 2015, которая проходит в Берлине, в павильоне Philips. И здесь много всего интересного происходит. И Philips показали новые телевизоры. Самое интересное — это серия 8920 с технологией MB-Lite. Если раньше вы видели уже телевизоры Philips, которые сзади имели свечение, которое соответствовало изображению на экране, и это создавало некий эффект еще расширения экрана. Если вы покупали телевизор 42-дюймовый, то вы получали там чуть не 50 по ощущениям. То сейчас они пошли дальше, и вместо вот этой LED-подсветки они добавили маленькие проекторы. И теперь вы на стене видите проецирование продолжения картинки. То есть не просто цвета соответствующие, а еще и продолжение картинки. Это выглядит реально круто. Вот это мне нравится намного больше. И, собственно, та серия, про которую я сказал, это 8920, это 65-дюймовый 4К телевизор, который работает на Android, и сзади которого встроены эти проекторы. Выглядит просто бомбически. Давайте смотреть. Спасибо за то, что вы смотрели это видео. Подписывайтесь на канал Comfy.ua на YouTube. Будет еще много интересных видео с выставки IFA 2015.